Всем привет, с вами Нильф Горн, это Castle Story, продолжаем играть, развиваться и строить. После последних, ну так скажем, неудачных, наверное, экспериментов, все-таки как-то, ну реально неудачно получалось. Мы продолжаем, в этот раз, я надеюсь, будет все нормально, по крайней мере, серия, наверное, ну я надеюсь, что не получится какой-то такой мясоубойный, потому что... Ну, не хотелось бы терять просто на ровном месте людей. Ну, или не людей, а миньонов. Как бы это правильно сказать-то? Блин, вот не хотят они вот здесь вот переходить. Ну ладно, в принципе, пускай делают, как делали. И не нужно даже переживать. В принципе, у меня все... Сколько это получается? 6 рабочих. Да, 3 носит. 3 носит. 2 добывает, вроде так. Вроде бы да. А должно быть больше. Нет, трое строит, да. Трое строит, трое добывает. Все в порядке. Довольно-таки эффективно, но вот здесь вот есть некоторые моменты, где, собственно говоря, нужно перестраивать, и это нужно побыстрее, наверное, на следующей волне это будет все. Плюс мне сказали, что вот этот вариант постройки, он неудачный, то есть здесь неправильно, и работать он не будет. Возможно, скорее всего, я не знаю, честно. Нужно пробовать, нужно смотреть, и только потом я смогу сказать, получится ли это, заработает ли это или нет. Сейчас я вообще совершенно ничего не могу сказать, но вот и тоже понадеяться на слова тоже я не могу, потому что, честно, я не знаю. Мой опыт подсказывает, что все нужно самому проверять, мало кому можно доверять, потому что многие говорят, ну, так сказать, необоснованно, просто говорят, так сказать, и вот решили они вот сказать, что ли, так скажем. Иначе я, ну, странные иногда бывают, в общем, мысли по этому поводу. Ладно, это все ерунда, потому что строить в любом случае нужно, а строят они у нас очень странно. Они строят вот как-то... Не чтобы здесь два блока поставить, да? Нет, они сначала вот, ну ладно, хотя бы обходить начали, хотя бы. На этом спасибо. Блин, такое чувство, что не хватает, ну вот, реально не хватает лучников, не хватает рабочих, на самом деле, каких лучников, господи, о чем говорю. Ну ладно, надеюсь, все будет в порядке, надеюсь, все будет нормально. Поставим там наверху лучника, пускай он там тоже будет. Он там тоже пригодится, и здесь мы поставим одного. Вот если я так поставлю, мне кажется, он слетит. Мне кажется, они его собьют. Ну ничего, мы вот так вот поставим, пускай будет так хотя бы стоять. Еще, наверное, давайте еще одного лучника сделаем. Я его поставлю куда-нибудь вот сюда вот. И понадеюсь, что сейчас мы волну нормально отобьем без проблем. По крайней мере, я на это буду надеяться. И потом мы начнем, продолжим, точнее, стены строить. Нет, скорее всего, я не стены буду строить. Я навалюсь очень серьезно, навалюсь на вышки. Потому что... Блин, ну пора уже вышки строить, вот так вот. Плюс, как-то мне, честно говоря, вот тот комментарий по поводу вышек немножко страшен. Я хотел бы немножко перестроить. Скорее всего, здесь вот, и здесь я поставлю две направленные вышки. Вот так вот, скорее всего, будет. Ну ладно, будем надеяться, что все будет в порядке, в общем. Давайте вот здесь, наверное, еще одну вот поставим все-таки лучненько. Воина мы унесем подальше, вот, ну вот куда-нибудь туда. 11 врагов сейчас несется просто на меня. Ну вот, уже сбили одного. Надо его сразу выводить на чистый, так сказать, на чистый бой. Пока что так, знаете, ну, терпимо все. Пока что терпимо. Давайте вот этого отведем, потому что... Ну не беги ты!
Господи, он прям вот бежал прямо перед ним. Все, отлично. Не знаю, каким-то волшебным способом, но мне получилось не потерять вроде бы ни одного. Это на самом деле неплохо и даже, по-моему, очень отлично. Так, здесь у нас практически вышку закончили. И давайте я прямо сейчас еще одну вышку, наверное, назначу где-нибудь вот здесь вот. Но я ее буду по старому методу строить. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, где-то вот так, вот так, вот так. Здесь мы давайте вот так, вот так. Блин, а. Ай! Вот тороплюсь. Тороплюсь и выходит не очень удачно. Так, и у нас, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, здесь у нас четыре получилось блока высотой. А, где-то вот так вот и получится, как раз-таки вот здесь вот и получится вот этот вот у нас. Защитный, так сказать, кожух. Вот. Ну, вроде бы нормально. Вроде бы нормально. Пускай они пока что строят именно так. Здесь мы вот так построим. Здесь давайте тоже так сделаем. Так, сюда они поставили ступеньку. И надо спустить здесь человечка. И, знаете, я даже не буду сносить. Я просто вот здесь вот поставлю еще два блока. И все. По-моему, так будет правильно, плюс сюда мы ставим лучника. И здесь мы берем рабочего. И сейчас я попытаюсь один момент сделать самому. То есть сейчас давайте вот, вот этого. Ну вот этого, да. Давай, 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 парнишка. Сам, сам, давай быстренько сюда. Беги, беги, беги. То есть я попытаюсь сейчас ему направить А, хотя вот, смотрите, я прям вот так вот могу, наверное, сделать. Если он, конечно, не затормозит и все у него будет. Вот, отлично. И не нужно ждать, когда у нас тут все само оно. Так, это тоже разрушь тогда. Так, вот этого давайте сразу тоже обижим. Так вот, скорость соображения по этим деталям, что вот здесь вот нужно вот это обрушение делать. Он, конечно, мега медленно это все обдумывает. Так, все, продолжаем строить. Так, здесь у нас вышка готова. Но вот здесь, блин, ну вот этот карниз, он неудачный. Ну неудачный он, блин, вот серьезно. И, черт возьми, как бы здесь... Давайте сделаем, наверное, что-нибудь типа, как и вот, собственно говоря, вот здесь вот. То есть, к примеру, блин, здесь тогда еще на одну вышку. Нет, давайте все нафиг. Мне это не нравится, поэтому разрушаем весь этот пьедестал какой-то прямо реально получился, а не вышка. И строим, продолжаем строить дальше. Здесь, надеюсь, они перестроят. И нужно, наверное, да, назначать другие какие-то действия. Но сначала пускай лучше они закончат вышки. Вот так вот. Плюс, плюс к этому, ко всему, я думаю, что нужно строить баррикады начинать. Потому что баррикады, они очень, они очень помогают. Это вот... Я не помню ник человека, он мне это подсказал. Такие баррикады просто делать. Выкладывать блоки ровно. И они, честно говоря, просто решают. Они реально решают. Они помогают, так сказать, развитию. Не развитию, а задержке врагов. Так, и я смотрю, у нас тут начинается проблема. Потому что у нас начинается... Склады загружаться, поэтому давайте больше людей на работы
пошлем меньше людей на добывание. Ну, это неизбежно. Блин, ночь настает, конечно. И вот здесь вот еще есть такой момент. Давайте, знаете, что мы сделаем? Надо еще пару складов, и мне нужно железо, и нужен глоустоун, или вот этот вот желтый, желтые алмазы, желтые кристаллы, не знаю, как лучше их назвать. Они мне нужны для создания, собственно говоря, фонарей, освещения и тому подобное. По-моему, я сейчас потерял одного человека, и он улетел вниз, если я не ошибаюсь. Или нет, а, вот он ушел. Нет, все нормально. Все нормально, все путем. Ну, здесь вот эту вышку, к сожалению, они не успеют достроить, поэтому... Давайте их переведем всех, так скажем, на такой режим. И вот еще, кстати, есть идея бункеров. Есть идея бункеров... как бы это объяснить-то? Вот мне там написали, что создай бункер. Есть идея бункера. Я, скорее всего, вот здесь вот этот бункер построю. И, наверное, ну и тогда я расскажу и покажу, как в этом идея состоит. Так что будет у нас небольшой бункер. Бункер перед входом. Так. Враги идут уже. Поэтому давайте выставляем. А что ты стоишь-то? Задач нет, ну ладно. Не будем тогда торопиться, потому что сейчас все-таки враги нападают. И не будем торопиться. Ох, черт. Пока что более-менее нормально все. Беги. Вот не знаю, как вам, но, по-моему, вот этот вот лучник на углу, он, по-моему, сработал отлично. Единственное, что вот видно, что последний остался. Так, все, продолжаем. Ну, там они его сами расстреляют, когда надо будет. Так, и здесь давайте вот сюда лучника поставим. Ух ты, смотрите, нам тут сломали кое-что. И начинаем тут вот так вот делать. По-моему, сейчас кого-то убьют. Вот такое ощущение. Есть, все. Отбились, все в порядке, нормально все. Без паники, как говорится. Так, вот здесь. Блин, я даже не знаю, честно, за что хвататься. Блин, отлично, две волны. Без потерь. Фу, как говорится. Вроде бы все в порядке. Так, пускай они у нас не стоят, ребят. Не нужно стоять. Прям тут идеально стройка идет. Поэтому мы, наверное, сразу еще одну башню назначаем. Где-то вот здесь вот она у нас будет, да? Блин, вот я... По-моему, вот так вот. Поэтому давайте пускай вот просто вот здесь вот будет. Так, и все вроде бы. Вот на этом уровне можно уже выставлять вышку саму делать. Так. И, ну что ж, я, наверное... Сделаю все-таки несколько складов, потому что прям под железо, прям, так скажем, именно под... Так. Блин, вот как-то неровно получилось количество, честно говоря. И вот здесь вот... Нет. Вообще некрасиво получилось, на самом деле. Да блин, здесь тоже некрасиво получится. Так. Ну вот, давайте вот так вот пускай. Они хотя бы на одном уровне будут стоять. Хотя бы. В этом тоже, ну, как бы есть плюс. Так, и погнали. Пускай вот он один у нас сделает их. Так, вышку здесь я уже запланировал, поэтому
Блин, ну вот. Вот. Ну давайте тогда с этой стороны. Так, отлично, подвинули. Ну как-нибудь вот так вот давайте, ладно. Просто ступеньки, как видите, здесь довольно-таки, ну, тяжеловато строятся. И... поэтому у нас будет такой вот... А, ну вот, все, отлично, отлично, все. Так, вроде бы нормально. Блин, ну, черт возьми, ну вот... черт возьми, блин, а, ну вот... только, вот только они построили, а это уже... как говорится... ну ладно. Так, и все вроде бы. Только давайте вот так вот сделаем. Здесь и вот здесь вот у нас будет глоустон лежать, а здесь у нас будет вот железо и... так, все. Вроде бы вот теперь в порядке. Все нормально. Погнали. Ну вот, берите, сами разберут. В любом случае, эти два заполнятся. Склады рано или поздно, это как бы нормально. Так, и я смотрю, у меня лучники-то прибавляются и прибавляются, и количество... да! Мне понравилось, как он... момент! Закричал прям такой довольный, он родился, он прям... да! Такой матерый, мне понравилось, такой прям... радость жизни у человека ощущалась конкретно. Так, и... вот здесь вот мы и сделаем такого, как бы это правильно-то сказать, закрытого лучника. Вот так вот, как-то. Хотя, думаю, блин, это... хотя, или... прям вот честно, спорный вопрос, как тут лучше сделать его. Как тут... вот это, с этой вышкой, в общем, очень такая дилемма большая, я бы так сказал. А давайте, знаете, мы просто очень сделаем. Мы вообще очень сейчас просто сделаем. Мы сделаем вот так вот. Нет. Вот так вот. Вот так вот. Все. Без вообще, без лишних прям дилемм. Прям вот. Так, вот. Забери этот вот. Господи, и вот здесь вот скинь. И все, и проблем не будет. Все. Все, здесь больше ничего не нужно. Вот так вот ставим двух лучников вот здесь вдоль стены, и все. Их никто не уронит, они смогут обстреливать спокойно все. По-моему, очень даже отлично. Давайте вот, если сейчас этот блок успеет убрать, то я, наверное, все-таки успею здесь. Отлично, я успею здесь закрыть эту вышку. Сдать, так сказать. Давай, вот. Вот ты вот. А ты наверх. Давай, быстрее, 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 быстрее. Отлично, отлично. Просто великолепно. Этот еще блок сейчас сломаем. Так, вот этого лучника давайте немножко сюда перенесем, потому что... вроде бы как бы... угловая защита закончена, но вот здесь вот я вижу вот недостаток, недостаток в системе. Ну, давай, мужичок. Прям видно, как они думают и как тяжело им это дается. Так, здесь уже началась война, реально война. Прорыв, прорыв. Есть, не добежал. Так, здесь потери, потери. Ну, как потери? Они не такие потери. Это чисто... пока держимся. Так, 14 миньонов у меня. И 14 нужно сдать, так сказать. Ух ты, ух ты, ух ты, вот это жесть.
целых два гиганта, это, я бы так сказал, это круто. Один такой, смотрите, прям такой невозмутимый рабочий. Так, все понятно. Передвигаем быстро. Ну, блин, я же сказал двигаться. В чем проблема-то ваша? Воин такой, нет! Беги, воин! Одного, одного все-таки в, такой... В спину прям засандалили одного. Жалко. Ну ладно, ничего, на самом деле это очень неплохо. Три... Целых три волны я отбил без потерь. Практически. Практически. То есть, одна у меня потерь. И это, по-моему, на мой взгляд, это очень круто. Потому что, блин, реально круто. Вышки врулят. Я так это скажу. Потому что иначе у меня других даже нету каких-то комментариев по этому поводу. Реально вышки рулят. И здесь еще одна вышка будет. И вышка вот здесь вот еще одна будет. И все. И мы занимаемся чисто замком. Притом так усиленно чисто замком занимаемся. Наверное, мы сейчас прям-таки вышечку здесь еще одну и забабахаем. Так, здесь у нас 4-5. 5 на 6 мы строим, да? Вроде бы так как-то. То есть такая вышка, она как бы исключительно будет вот так вот простреливать все. Вот так вот. Даже, видите, я немножко неправильно ее сделал. Я ее неправильно сделал, ее нужно было не так делать. Вот это что здесь стоит вообще? Здесь вышку нужно было... Вот это убираем. Ее нужно вот здесь вот посередине построить на самом-то деле. Ну, попытаться хотя бы примерно вот тут вот хотя бы. Чтоб она максимально вот этот вот момент брала. Так, и вот 5 и на 6 мы строим. Так, все отлично. Остается здесь чисто лестница, которая просто вообще как бы тоже очень просто строится. Где-то так примерно. Потом... так примерно. Так. Чего-то в этом роде. Эх, тороплюсь. На самом деле именно тороплюсь, потому что хочется очень множество сделать. Ну, много всего. Чего у меня там всего несколько минут на то, чтобы закончить. Прям идеальная лестница получилась. Прям вообще. То есть очень много хочется закончить и... Сейчас они еще, к сожалению, вот эту вышку, они подзабудут ее. Хотя нет, я смотрю, дотаскивают потихонечку, но дотаскивают. А так как у меня здесь глоустон и железо не добывается, то он его никогда и не достанет оттуда. Поэтому давайте тоже и шахте включим, чтобы добывался глоустон и железо для того, чтобы сделать осветительные приборы. И... После этого, скорее всего, я сделаю один заградительный забор. И потом уже буду вот здесь вот бойницы строить там и тому подобное. Кстати, вот давайте вот этого лучника перенесем вот в этот уголок. И здесь я смотрю, мне такую, как сказать, выемку выгрызли. Скорее всего, вот этот угол, наверное, придется перестроить немножечко, чтобы, ну, сделать его плавным, как было в предыдущей серии. Это просто будет правильно. Во-первых, они там этот угол не будут пытаться вгрызться в этот угол. Вот так вот. Это единственное, ради чего нужно строить. Так. И у нас еще мост в идеале, да? Мост. Ну все, прям беда какая-то у них тут. Они... 6 рабочих у них, все. У них мозги съезжают просто от... нагрузки. Ну что ж, в принципе, план такой несложный. Но вот это у нас что? Вот, ну что вот он встал здесь? Прям это вот проблема, да? Вот он здесь вот вылезти не может, что ли? Офигеть. Ну я понимаю, у них сейчас начинается конфликт того, что они, ну, не знают, в
какая очередь у кого и тому подобное. Кстати, да, я, по-моему, вот здесь вот глупость сделал, потому что они, вон, я смотрю, и везде глоустон растаскивают. Давайте хотя бы вот здесь вот уберем глоустон и железо. Прям вот. Я на это, наверное, больше времени потрачу, чем на все остальное. Вот в двух рядах, вот в этих вот. Чтобы здесь исключительно камни лежали. Хотя надо было бы наоборот сделать. То есть ближе, ближе к пещере. Хотя нет, нет, все правильно, все правильно. Ну и звуки они, конечно, издают. Реально интересные. Я не знаю, это же их не там язык какой-то, да, вот этих бриктоны, они же вроде бы называются вообще изначально. Если я не путаю с какой-нибудь другой игрой. Что вполне тоже вероятно. Так, ну что ж. Кстати, кстати... А, нет, они еще не закончили здесь. Я уже думал, они все закончили, но нет, они еще не закончили. Почти. Ну а что будет со следующей волной, вы узнаете в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы выходили как можно больше и чаще серии про Castle Story. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.